Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Сегодня у меня обзор по пустым баночкам. С момента последнего обзора прошло уже 1,5 месяца, а я все никак не могу вам рассказать, чем же пользовались члены моей семьи, я сама, какой продукцией из каталогов Faberlic и о наших впечатлениях, ощущениях об этой продукции. И вот сейчас, наконец-таки, созрел такой момент, я бы сказала, уже критический, крайний, потому что действительно 1,5 месяца – это срок. И у меня, конечно же, накопилась целая куча баночек по разным сериям из разных линеек. И я сейчас, наверное, начну вам обзор проводить прямо по линейкам. Сначала рассмотрим серию «Дом». Здесь у меня две пустые упаковочки стирального порошка. Вот этот еще прежний стиральный порошок и вот эта новинка, которая у нас появилась не так давно в каталогах. Это уже стиральный порошок обновленный, не только упаковка обновленная, но и формула стирального порошка. И, честно говоря, я уже могу сравнить вот этот порошок с этим. И, конечно же, мои предпочтения новому стиральному порошку. Здесь реально крутая формула, он реально значительно эффективнее работает. Вот этот стиральный порошочек был хороший, но новый просто шикарнейший, шикардос, как я это люблю называть. Действительно, хороший стиральный порошок. У нас сейчас компания сотрудничает с новым производителем профессиональных стиральных порошков. И здесь тоже формула профессионального стирального порошка, но адаптированная к обычным домашним условиям. Хорошо отстирывает и светлые ткани, и темные ткани. Я пользуюсь, как правило, универсальными стиральными порошками и без отдушек. Иногда беру с отдушками, там у нас, по-моему, альпийская свежесть есть, а нет, альпийские луга и горная свежесть, что-то так, какое-то название у тех стиральных порошков. Здесь артикул 320 у данного стирального порошка, он подходит для стирки даже детских вещей. Такой вот уникальный порошок, концентрированный, достаточно для стирки одной ложки стирального порошка, которая у нас отдельно продается, там небольшое количество, 40 граммов в ложке. В общем, вот этот порошок, эта упаковка рассчитана где-то на 20-25 стирок. Ну, 25 не знаю, но на 20, наверное, хватит. И одна упаковочка заменяет 3 килограмма обычного стирального порошка. Обожаю этот порошок, всегда им пользовалась с самого момента моего прихода в компанию Faberlic. Начала именно со стирального порошка тестировать всю нашу продукцию. И остаюсь ее поклонницей уже на протяжении 4 лет. Дальше из серии «Дом» у меня закончилось средство для мытья посуды с грейпфрутом. Сейчас скажу, красный грейпфрут, артикул 11830, очень нравится мне это средство, оно тоже концентрированное, можно разводить в 2-3 раза, я никогда не развожу наше средство для мытья посуды, обычно пользуюсь густым, прям наношу капелюшку на губку и всю посуду прохожу этой губочкой. В общем, оно экономичное, можно его применять для мытья детской посуды от 0+, и даже для мытья овощей и фруктов. На основе органических кислот, здесь нет никакой химии, не раздражает кожу рук, можно спокойно мыть посуду без перчаток, в общем, шикарное средство. Вообще вся линейка наших средств для мытья посуды, это просто как разновидность такого вот аромата, что ли. Правда, у нас там есть биоэнзимами отдельно, есть с антибактериальным эффектом, много у нас разных-разных, и это вот... Здесь просто написано концентрированное... упало. Концентрированное средство для мытья посуды. Так, и еще из серии «Дом» у меня закончилось средство для ванной комнаты. 11-220. Артикул данного средства уже выучила наизусть, потому что сама активно пользуюсь. Пользуются все мои клиенты. Кстати говоря, вот этой всей серии «Дом» безусловно пользуются мои клиенты. И очень хорошее средство для чистки поверхности ванны.
раковин, кафеля. Даже одно время я очистила им унитаз, тоже шикарно очищает. Но когда у нас появился специальный гель для унитаза, конечно же, я стала пользоваться им, и он меня устраивает в полной степени. Средства шикарнейшие, девочки, очень рекомендую, и реально получается белоснежный эффект на ванне. Если у вас слишком большие загрязнения на ванне, то вы можете просто выдержать экспозицию, подольше подержать и желательно наносить это средство специальным разбрызгивателем. У нас есть насадка к данной бутылочке, и она помогает распышкивать средство. Очень удобно, рекомендую. Насадка стоит, по-моему, всего лишь 35 рублей. У меня была история клиентская вот по данному средству, когда впервые моя постоянная клиентка решила воспользоваться этим средством для уборки ванной. Приходит потом мне и рассказывает: «Татьяна, ты знаешь, ко мне пришли гости, я тут убралась в доме, конечно же, ванну помыла с помощью твоего средства». Гости заходят в ванну и говорят: «Ты что, ванную поменяла?» Она говорит: «Нет». Я, говорит, просто помыла вот этим средством для ванны свою ванную. И в итоге вот такой интересный получился эффект. То есть средство реально очень круто работает. Рекомендую, девчонки, если вы до этого еще ни разу не пользовались. Так, дальше переходим к уходовым средствам за волосами. У меня их тут что-то прилично накопилось. Закончились два лака для волос практически одновременно. Почему? Потому что я одним пользовалась в одной комнате, другим в другой, и вот они одновременно закончились. Артикул 8973, шикарный лак для волос. Сегодня он у меня тоже на волосах, вот вам продемонстрирую. Он не утяжеляет волосы, но и в то же время очень хорошо фиксирует прическу. Кто однажды попробовал, переходит на этот лак. Лак шикарный, им пользуются даже девчонки, танцовщицы, которые занимаются в студии бальных танцев. У них же, сами понимаете, какие там сложные всегда прически. В общем, очень довольны этим средством. Дальше, конечно, у меня закончилась моя любимая краска, и за полтора месяца я использовала две штуки, потому что крашу волосы с периодичностью один раз в 3 недели, поскольку отрастают седые корни волос. А вот эта краска «Эксперт», она одна из самых моих любимых и, пожалуй, самая любимая, которой я пользуюсь чаще всего. Тон 305, темный каштан шоколадный. Она у меня сейчас также на волосах, она у меня всегда на волосах. Очень хорошо прокрашивает седину. Если бы седина так быстро у меня не отрастала, я бы, наверное, ходила с этой краской и месяцы больше. Шикарная, с ухаживающими компонентами, с маслом амле. В общем, рекомендую. Здесь полный состав идет. И сама краска, и окислитель, и бальзам уходовый, и перчаточки. У меня только тут вот осталось, что осталось. Краска уже вот в таком виде, пустая бутылочка. Там еще что-то есть из под окислителя. Перчатки я, конечно, выбросила. Сейчас посмотрю, здесь что-нибудь есть. А, здесь сохранила. Здесь вот такой вот бальзам для волос. Ну, перчатки выкинула и там. Так что поверьте на слово. Шикарная краска, девочки. Она у меня не, скажем так, жжет кожу, не вызывает никаких аллергических проявлений, никаких покраснений. Мне эта краска подходит. Но это для моей кожи головы. Все мы индивидуальные. Хотя кожа головы у меня чувствительна. Вообще, у меня кожа достаточно чувствительная. Так, что еще? У меня закончился вот этот увлажняющий бальзам из серии «Ля Крем». Бальзам для волос с кокосом. Девочки, хороший бальзам. Действительно, волосы становятся мягкими после того, как помоешь шампунем, а потом еще этим бальзамом. Мягкими, хорошо укладываются. Рекомендую. Артикул этого бальзама 8673. А вот шампунь, который я сейчас использую, это шампунь активный против выпадения волос. Уже, наверное, упаковки 4 я использовала. Реально я отмечаю значительный прогресс в том, что у меня волосы стали меньше выпадать. Если раньше у меня вся ванная была усеяна моими волосами, то после применения этого шампуня у меня, наверное, в 4, а может быть, даже в 5 раз уменьшилось количество выпадаемых волос.
Шикарная серия вообще «Эксперт Фарма». Обратите внимание на нее в наших каталогах. Все серии из этой, все средства из этой серии, они просто великолепные. И я сейчас купила ампулы против опадения волос и купила бальзам. Хочу их попробовать, но тоже из этой серии, но еще не пробовала. Так, и еще у меня закончился сухой шампунь, артикул шампуня 8228. Девчонки, шикарное средство, незаменимый помощник, когда вы находитесь в отъезде где-то, может быть, отдыхаете, возьмите с собой. Может быть, просто нет условий лишний раз помыть голову, я иногда просто даже и ленюсь. У меня, в принципе, волосы не жирные, но бывает, что сейчас вот шапку же носим, и волосы под шапкой, они теряют и форму, прическа теряет форму, в общем-то, становятся прилизанными, их начинаешь вот так вот как-то укладывать, они не укладываются. Я использую вот этот шампунь, побрызгала, приподняла корни волос. Когда его наносишь, он такой белый, как будто бы седыми волосы становятся. А потом, когда начинаешь укладывать волосы, я после него еще дополнительно просушиваю феном и укладываю волосы с помощью фена, и все, вот прическа становится такой же. Сегодня вот я мыла волосы, а если бы не мыла, воспользовалась этим сухим шампунем, эффект был бы тот же. В общем, шикарная штука. Пользуюсь им не часто, но регулярно, скажем так. Так, что еще? Это, пожалуй, все средства по уходу за волосами. Теперь по уходу за кожей. У меня закончился вот этот крем-гель для душа из серии My Honey, мед, 85-54, шикарный крем-гель для душа, хорошо увлажняет кожу. Кожа действительно, после того, как ее вытираешь, она не сохнет. Хороший крем-гель. Рекомендую, вообще мне эта серия очень нравится. В свое время я пользовалась еще шампунем из этой серии, но сейчас вот перешла на другой, потому что я поняла, что мои волосы требуют дополнительного ухода, потому что в свое время начали выпадать. Так, еще у меня закончилось мыло, это жидкое мыло, да, жидкое мыло, я задумалась, жидкий гель, жидкое мыло для рук, артикул 0808, серия вербена. Девочки, пахнет травками, если вы любите вот такой травяной чай, то здесь что-то подобное, тоже пахнет травками, такой свежий, не противный аромат, в общем-то, достаточно адекватное жидкое мыло для рук. Закончился у меня гель для интимной гигиены с афродизиаками. Пользуюсь я и этим гелем для интимной гигиены. Еще есть у нас такой белой упаковки для чувствительной кожи. Мне они одинаково хорошо подходят. Вот артикул этого геля. Здесь нужны помощники, потому что не очень хорошо видно. Так, артикул, девочки, 8722. Шикарный гель для интимной гигиены. Регулярно им пользуюсь. Как только заканчивается, покупаю новую бутылочку, либо такую, либо для чувствительной кожи. Разницы большой не вижу. Рекомендую вам это средство также. И есть еще вот такое у нас средство из серии «Эксперт Фарма» для ежедневной интимной гигиены с молочной кислотой. Видите, оно у меня тоже закончилось. Долго я им пользовалась, на самом деле мне неудобно вот эта упаковка, кто-то из вас рекомендовал насадку сделать, как-то я не приспособила, просто не попробовала это сделать, средство само по себе хорошее, пользоваться им не очень удобно, потому что когда находишься в ванне, я, например, одной рукой держу душ, не всегда я его прикрепляю, одной рукой держу душ, а другой рукой хочется открыть, и вот видите, даже сейчас двумя руками. Вот, мне сложно открыть, а уж одной я тоже так вот тыркаю, там где-то приспособлюсь, в общем, не очень удобно. А вот этот гель для интимной гигиены, вот он стоит, я просто надавила, и, ну, как, вот, допустим, подставка, а здесь вот так я его надавила и себе в ручку взяла. Здесь удобное использование идет. Так, еще у меня закончилась зубная паста из серии Нюки, вот мы ее уже давили. Это утренняя зубная паста с ароматом грейпфрукта, очень она мне нравится, она розового такого цвета, сейчас, да, вот немножечко осталось, она гелеобразная, вот смотрите, она розовенькая, сейчас попробуем, ой, еще есть даже, вон, видите,
Ой, вкусная! Действительно пахнет грейпфрутом. Еще можно, даже не додавили немножко. Вот. И гелеобразная прозрачная текстура, но ее не надо много. Достаточно тоже одной горошины. Она не жидкая, она достаточно такая густенькая, несмотря на то, что имеет гелеобразную текстуру. Артикулы этой зубной пасты и не вижу. Сейчас посмотрим. Стараюсь найти. Так, где же у нее написано артикул-то? Семен Семенович. Семен Семенович! Ч-ч-ч-ч-ч, девочки, не скажу. А, вот он, 2208. Семен Семенович мне ответил. 2208. Девочки, рекомендую вообще все зубные пасты из серии Нюки, они классные. Я пользовалась абсолютно всеми, они с разными эффектами и с разными вкусами, но они все очень хороши в плане их действия. Так, ну еще может быть к уходовым средствам, я не знаю, это аксессуары. У меня затупился вот эта бритва затупилась, да, получается, эта бритва. Вы знаете, ну, не в полной мере я довольна этими бритвами, они действительно очень быстро как-то тупятся, и есть бритвы получше, но есть они у нас в каталогах, и есть, стоят не бог весть сколько. Я приобретаю, почаще выкидываю их одноразовые, конечно же, здесь, по-моему, три вида лезвий, вот, ну... Не могу сказать, что прям вот вау как, да? Обычная бритва, ничего особенного здесь нет, вроде как тоже плавающая головка. Ну вот сами лезвия хотелось бы как-то более лучшего эффекта от их воздействия. Так, и все, наверное. Теперь средства по уходу за кожей лица. Здесь у меня всего лишь одно средство, одна упаковочка. Это маска. Я проводила обзор на эту маску. И даже не обзор, это был тест-эксперимент, когда я ее использовала, наносила на лицо. Вот такая тканевая масочка. Девочки, она хорошая, мне она понравилась. Это маска с пептидами. У нас есть там разные маски вот в этой линейке. С разными эффектами, там есть и с коллагеном, и увлажняющие, в общем, разные масочки. Артикул данной маски 0462, она с пептидами, и это омолаживающая маска для лица. Хорошая маска, тканевая, мне она понравилась. Так, еще не сказала вам про одно средство по уходу за кожей тела, это уже за ручками нашими, мини-версия. Этот крем у нас одно время был в составе наборчиков, да, есть у нас такие в коробочках, в подарочных наборы, где защитный крем, питательный крем и бальзам для рук. Вот больше всего мне нравится бальзам для рук. Вот такая была серия. Не буду я вам называть артикулы, отдельно они не продаются. Все равно они идут в наборе. Девочки, шикарный бальзам для рук. Вот сегодня прям выдавливала тоже последние капелюшки из него. Он действительно как бальзам. Он такими мягкими делает ручки. И помимо смягчения, он не оставляет эффекта жирности на руках. Но вот сами видите, очень хорошо впитывается. Пахнет хорошо. Сейчас попробую еще выдавить, если не выдавливается. Все выдавила. Вот. Капелюшечка осталась. Он, вы знаете, с такой желтизной, с какой-то легкая-легкая желтинка. Ну, крем вообще, девочки, крем замечательный. Ой, и пахнет вкусно, прям привкусно. Шикарный крем. Хорошо впитывается и бархатными делает ручки. У меня вот такие мини-версии. Они в сумочках с собой, в дорогу, в дамскую сумочку. Вот видите, он хорошо впитался. Все. Ой, пахнет вкусно, прям необыкновенно. Хороший кремчик, рекомендую. Так, обратите внимание, кстати говоря, вот на эти мини-версии, которые у нас в коробочках периодически появляются в каталоге. И в качестве подарка шикардос, потому что там стоимость 169 рублей, 149 рублей в ценах каталога. Для нас-то еще со скидкой 20-26% меньше, поэтому стоят копейки. Коробочки очень красивые, а удовольствие, которое получаешь, эффект просто шикардос.
Так, теперь серия здоровья. А, нет, девочки, давайте до серии здоровья мы с вами разберем еще два средства из декоративной косметики, которые у меня закончились. Это пудра. Здесь уже все. Она у меня сначала рассыпалась, я ее, значит, в рассыпанном таком виде наносила. И потом в конец она совсем у меня упала на пол. И вообще остатки все рассыпались. Думаю, нечего ее мучить, значит, пришел ей конец. А вот так выглядит пудра. Здесь для пуховочки есть отделение, пуховки, естественно, уже нет. И на самом деле, девочки, пудра шикарная. Артикул 63.16. Я вижу, что она исчезла из наших каталогов. Печалька печальная. Успела себе урвать по Фаберлик Клубу. Пудра действительно, она там, по-моему, с гиалуронкой идет у нас, очень хорошо ложится на кожу. Во-первых, она не тяжелая, она невесомая и реально очень хорошо увлажняет кожу, не сушит ее. В общем, шикарная пудра, но, к сожалению, не вижу уже ее в наших каталогах. И еще у меня закончился вот этот контур для губ. Сейчас он у меня на губах, не знаю, видите или нет, потому что помада, естественно, все уже замазала. Очень он мне нравится. Вот все уже совсем тут, совсем уже чиркает он уже меня. Знаете, он стойкий. Вот, во всяком случае, здесь я провела вот такой у него оттенок, таких красновато-коричневых, натуральных, бежевых, я даже не знаю, как назвать оттенках, но очень подходит под все оттенки моих помад, и он стойкий. Вот сейчас пусть он зафиксируется, нужно, чтобы прошло какое-то количество времени, я вам потом покажу, насколько сложно его потом снять. То есть я, когда пользуюсь этим контуром, а практически всегда я им пользуюсь, и если я что-то покушала, то губная помада у меня может истереться, потому что стойкими помадами я не пользуюсь, а контур всегда на губах остается. Чуть-чуть просто подкрашиваю в уголках, вот в уголках не всегда он сохраняется, а вот здесь вот полностью он сохраняется. Шикарный контур. Так, ну и, пожалуй, это все. Осталась у меня серия здоровья. Из серии здоровья у меня закончилась живица. Все, здесь уже ничего нет, все капсулки слупили, съели все капсулы, и я еще, я и сама употребляю. Мальчишки у меня какие-то они так, эпизодические. Им если в рот положишь, то они съедят. Не положишь, ну, как все мужички, то, соответственно, и не надо. Поэтому в основном-то пользуюсь я. И вот это блюбери с черникой для укрепления зрения. А живица – это, естественно, наш иммунитет. Это кедровое масло. Тут куча всяких полезных веществ для повышения иммунитета. Артикул живицы 15 393. Девочки, сейчас период вирусной сезонности, обязательно употребляйте живицу. Она реально очень круто поддерживает иммунитет. А это для улучшения зрения, для питания наших тканей глаза с черникой. Так, артикул, девочки, артикул, ау, 15 395. Вот, две бутылочки закончились, я уже заказала, живица аж три штуки заказала, потому что одно время ее не было в каталоге, и маме я отвезла живицу, тоже для укрепления иммунитета, но этот у нас регулярно есть в каталогах. Теперь смотрите, смотрите, что происходит, смотрите, я не могу даже стереть, я уже силу, вот вы представляете, вот насколько, это я уже настолько силой его начала стирать, просто давить уже, он не стирается, это такой классный контур, даже до конца не могу стереть, ну вообще, представляете, классный контур, реально шикарный. Карандаш мой самый любимый, я вам не сказала артикул, на 0,84 он заканчивается, как сейчас помню, начало не помню, 0,84 на конце. 43.084. 43.084. Так, и из серии здоровья, девочки, смотрите, но это не все. Я не успела сохранить все пустые обертки. Еще, наверное, штук 6 точно ушли на сторону. Представляете, сколько батончиков мы слопали? Это наши протеиновые батончики. Конечно же, я активно использую и протеиновые батончики. Вот у меня рядом стоят протеиновые коктейли, протеиновые супы. Я всем этим пользуюсь. Тем более, что я сейчас нахожусь в стадии
скажем так, хорошего похудения, активного построения. Мы проводим в нашей команде марафон стройности, и в том числе мы используем наши протеиновые батончики, протеиновые коктейли, супы, то есть наши средства, стевия еще. Они очень помогают в процессе построения, потому что они хорошо утоляют голод, а вот протеиновые батончики реально заменяют сладкое, потому что они сами по себе сладкие, но здесь нет сахара, здесь есть олигофруктоза, ну, то есть это заменители сахара. И на самом деле они вкусные, сладкие. И содержит еще белок и коллаген, даже вот здесь есть коллаген. И они, здесь 21% белка в составе, представляете? Они поэтому и сытные, и вкусные, и отличный вариант для того, чтобы заменить сладкое, для перекуса какого-то сладкого, вкусного, когда вам захотелось какую-нибудь вкусняшку слупить. И, конечно же, протеиновые коктейли, где тоже, по-моему, 52% белка содержится, если я не ошибаюсь, девочки, сейчас посмотрю. Могу немножко ошибиться, конечно. 53% белка в них содержится. То есть половина, представляете, в составе половина белка протеина. И причем там комплекс протеинов нам важны для организма и растительные белки, и животные белки. И все это содержится в наших протеиновых коктейлях. И более того, белки нам сейчас крайне необходимы, потому что, опять же, сезон вирусной заболеваемости, а для повышения иммунитета необходимы белки, чтобы вырабатывались антитела, необходимо, чтобы сначала с пищей белки поступили в организм, расщепились до аминокислот, а аминокислоты уже идут на строительство других клеток в организме, в том числе на строительство антител, которые принимают участие в иммунитете. Вот так это все работает. Поэтому это не только, скажем так, построение, похудение, это еще и забота о нашем здоровье. Сейчас вообще рекомендуют употреблять больше белковой пищи. Вот таким образом. Значит, марафон стройности у нас стартовал в команде, я уже активно в него включилась. Вернее, он стартует у нас через пару дней. Я-то активно включилась заранее и уже имею хороший результат. На сегодняшний день минус 2 килограмма 900 граммов у меня. Получается, сколько? За 2 недели. За 2 недели вот такой результат. И при этом я не голодаю. Мы на правильном питании все находимся. Вот, мы делимся своими рецептами. У нас есть стратегия, как худеть на правильном питании. И еще заменять один или два приема пищи нашими продуктами белковыми из серии Wellness. В общем, если у кого-то есть желание принять участие в таком марафоне, и при этом вы еще не зарегистрированы в компании Faberlic, пишите мне в личку, в социальные сети, все ссылочки я оставила под данным видео, и мы с вами на эту тему пообщаемся. Так, я не посчитала, какое же количество батончиков у меня здесь. Два с вишней, два с клубникой. Да, это... А, нет, это малина. Два с малиной. Так, три с клубникой. Три с клубникой. Один с черникой и один с бананом. Ну, в общем, видите, чему я даю предпочтение, каким вкусом. В общем, клубника, малина, вишня. Очень нравится. Была у меня еще фисташка. В принципе, тоже нормальный батончик. Так, что еще? Несколько было черники, там муж с сыном ели, тоже нормальные батончики. В принципе, они все адекватные, они вкусные, сытные, питательные, как я уже сказала. Так что рекомендую вам нашу продукцию Wellness активно использовать, особенно сейчас в период сезонной заболеваемости вирусными инфекциями. Вот, наверное, все, девочки. Еще, конечно же, я вам хочу рассказать, взяла новый каталог, действующий каталог про акцию, которая у нас в этом каталоге. За заказ всего лишь на 1499 рублей вновь зарегистрированные пользователи получают в подарок вот такую парфюмерную воду от компании Faberlic за 1 рубль. Стоимость парфюмерной воды
В каталоге 999 рублей, это с учетом каталожной скидки, а вам она достанется за 1 рубль. Если хотите стать льготным покупателем, приобретать продукцию со скидкой 20%, всю продукцию компании Faberlic, при этом еще принимать участие вот в таких шикарных акциях. Есть у нас еще отдельная программа Faberlic Club, когда за покупки, которые вы совершаете на сайте, вам компания дает бонусы, вы их можете накопить, можете сразу обменять, если необходимое количество накопилось, там, по-моему, от 15 бонусов, вы можете обменять на подарки. Это еще одна программа с плюшками. Если есть такое желание, все ссылочки на регистрацию я оставила под данным видео. Есть активная ссылка в инфобоксе, есть такая же ссылочка в прикрепленном первом комментарии под данным видео. Проходите по этой ссылке, заполняйте коротенькую анкету и получайте в код свой личный кабинет. Пользуйтесь всеми преимуществами компании Faberlic. Я с вами свяжусь и стану вашим информационным помощником. Ну что ж, на этом все. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.